not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm Horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm Horrid Henry. Na, 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 nay. The purple hand gang rules, okay. Well, it's so easy. Ужасный Генри. Генри, ты опоздаешь в школу! Ты не видел мой галстук? Мы так опаздываем, а? Да где же мой другой ботинок, а? Мам, Генри взял все хлопья! Генри, ты опоздаешь в школу. Значит, я тоже опаздываю в школу, да? Это точно червяк. Не будь ужасным, Генри. И где твои штаны? Иди и переоденься. Живо. Мы уезжаем через 2 минуты. Но я хочу позавтракать. Это мой завтрак. Мой. Мой. Ну, хватит. Каждое утро одно и то же. Полный бардак. Это надо прекратить. Согласна. Но как мы это прекратим, а? Управление временем. Что? Управление временем. Это просто, Питер. Это значит, что мы должны все делать строго по расписанию. Ух ты! Прямо как в школе? Да, Питер. Можно сказать, прямо как в школе. Прямо как в школе? Нееет! Ужасный Генри и управление временем. Пожалуйста, папа, нет! По-моему, это очень хорошая идея. Это идея моего босса. У нас на фабрике зубных щеток все так делают. Начнем уже завтра. Так, на чем мы остановились? Кто-нибудь видел мой галстук? Мы опоздаем! Торопись, Генри! Нам пора уходить! Но я еще не позавтракал! Семь часов, Генри! Четыре минуты на то, чтобы одеться и идти завтракать. Вот индивидуальное расписание. Расписание? Да. Все расписано по минутам. Завтрак 5 минут. Убраться со стола 2 минуты. Туалет 30 минут. И так далее. А как же самое важное? Например, телевизор. Все в расписании. Телевизор 5 минут после ужина. 5 минут? Да, Питер. Счастливые бегемотики длятся больше 5 минут, пап. Ну а как насчет передач, которые смотрю я? Споря за завтраком, ты потратил 1 минуту. Надо пошевелиться. Закончил. Отлично, 2 минуты. Можно я потрачу остальные 4 минуты на просмотр телевизора? 5 минус 2 — это 3, Генри. Так что 3 минуты, а не 4. Нет, свое лишнее время ты потратишь на то, чтобы почистить зубы. Так, убрать со стола 1,5 минуты. Но я... Скорее, уходим через 10 секунд. Генри, 10, 9, 8. Вовремя. Видишь? Я знал, что ты сможешь. Не отставай, Генри! Я не отстаю! Ой! Сохраняйте ритм, мальчики. 4 минуты 30 секунд. Давайте-ка поднажмем. По-моему, это весело, а? Немножко поднажали и сэкономили 8 минут. Ура! Хорошего вам дня, мальчики. Будьте хорошими.
проваливай, червяк. Сейчас время нулевого класса. Эй, я это смотрел. По крайней мере, собирался. Время телевизора окончено. Проверьте свое расписание, пора ложиться спать. Ну, еще только половина седьмого. Завтра мы рано встаем. О, значит, нам надо пораньше лечь. Червяк. Вот, я же тебе говорил, гораздо лучше, чем все время спешить. Никто не опоздал в школу и обошлось без ссор и споров. Через несколько недель это будет нормальной рутиной. Несколько недель? Конечно, сегодня было только начало. Если мы будем меньше говорить, то сэкономим еще 5 минут. Я еще читала. Время чтения 7,5 минут. Так сказано в твоем расписании. Генри, пора спать. Не хочу спать. Завтра мы рано встаем. Так сказано в расписании. Расписание. Это еще хуже, чем школа. Зато мы сегодня не опоздали. Мы пришли раньше учителей. Слушай, Питер, тебе нравится, что у тебя только 5 минут на просмотр телевизора? Ну, мне не хватает бегемотиков, конечно. И у меня нет времени, чтобы нарисовать картинку для мисс Лавли. Я и о том же говорю. У нас ни на что нет времени. Только мыться, есть, чистить зубы и спать! Что поделаешь? Папа говорит, нам это полезно. Мы это посмотрим еще. Генри? Доброе утро! Который час? 5 часов утра. Знаешь, я подумал и решил, что управление временем — это блестящая идея. Правда? Да. Только мы это делаем неправильно. Если бы мы делали правильно, то сэкономили бы еще больше времени. Ты думаешь? Все в наших новых расписаниях. 5:05. Утренняя пробежка? Да сейчас же уже 5:05. Именно. Сколько еще? Еще один круг. Еще круг? Можно нам отдохнуть? А я чувствую себя отлично. И я. Ну давай, пап, не теряй время. Время завтракать. Господи, мне нужно кофе. Мне нужно что-то покрепче. Я уже сделал завтрак. Правда? Что это? Это весь завтрак в одном флаконе. Хлопья, молоко, чай, яичница, тосты и джем. Все смешано вместе. Фу. Экономия времени. Давайте, наедайтесь. Пошевеливайтесь. У вас 10 секунд. 10, 9, 8. 2 минуты 20 секунд. Неплохо, но, по-моему, вы можете лучше. Прости, Генри. Так, вы готовы идти? Ну, еще только 5:45. Я приду на работу слишком рано. Если только не пойдешь пешком. Пешком? Ну, придется идти целые мили. Прогулка полезна для здоровья. И для окружающей среды. Подумай, сколько бензина ты сэкономишь. Будет быстрее, если побежишь. Что? Что ты делаешь? Я смотрел. Я тоже. Вы не читали свое расписание? С 7:30 до 8 домашняя работа. Но у нас нет домашней работы. А это что? Да, счета, с которыми ты все время обещал разобраться. И не забудь про письмо в благодарность, которое ты должен был написать тетушке Гретти. А, да, и это тоже. В кабинете, пожалуйста. Мы же не хотим, чтобы ты отвлекался на телевизор. Видите, сколько всего можно сделать, если умеешь распоряжаться своим временем. А кто-нибудь видел мой галстук? Мне накрыть на стол. Мы проспали. Генри, где твои штаны?
Согласно расписанию. Дай сюда это расписание. Никакого расписания. Никакого управления временем. Давайте просто жить как обычно. По мне так сойдет. Ты не видела мой галстук, а? Мы опаздываем. Перевод Евгений Йорс, читал Дмитрий Кордон.